Ни хрена, ребят, короче, это не помогло. Ни хрена не помогло. Все то же самое. Тут, видимо, суть в чем-то другом, короче. Видимо, суть в чем-то другой. Мне кажется, тут все-таки панель управления надо и с веб-камерой. Мне кажется, мне ставится Авермедиа, значит, как-то выше по приоритету. Из-за этого херня это происходит. Ну, если честно, весь настрой падает. Такая хрень. Я не знаю, типа, вот, смотрите, я вот сюда жму, да? А, вы это меню даже не видите. Воу. Короче, я жму вот на камеру вверху, и там выскакивает оборудование, и там стоит камера. И у меня Вермедиа стоит, и выбирать другое нельзя, что самое интересное. Микрофон. А, во, камера. Вот, готово. Что за кал-то, а? Еще раз. Все же стоит нормально, вот так. Все замечательно. Окей. Готово. Готово. Ну все, ну сейчас, ну вот сейчас должно быть. Жопа, короче, уже настроения нет никакого. Ну чё ж такое-то? Ну, просто хочешь голую жопу кого-нибудь показать в интернете, и чё теперь? Какого вообще хрена нас сюда? Самое смешное, что даже Авермедиа-то сюда лезет, но она ничего не показывает, потому что в ней-то должна ПС-ка-то включена, в ней должно быть все, но ничего нету. Ой, блин. Блин, ребят, я когда комп перезагрузил, я еще без эксплита все запустил, то же самое было. Так что дело уж явно не в эксплите. Дело в том, что ставится камера не та. Ой, правду говорю, блин. Ах. Так. Ну ладно. Нет, не так. Там не видать ни хрена. Ладно, сойдет для первого раза. Да я старше, старше. А, нет, не старше. Так. 85 декабря, да, все правильно. Так, фото... Да че ж она не поставилась-то, а? Сойдет. Ну ладно, хрен с ним. Мужик 30 лет. Любовь, сука. И чё, блин? Чё, мне каждый раз менять, что ли? А, нет. А чё, а где? Я тебе не любимый, Александр. Отвали. Не знаю. Ну чё за херня? Блин, меня они, походу, не видят. Украинка может меня увидеть. Ну что опять-то? Ну что опять-то? Веб-камера та стоит.
Работает все, то есть окей. Ой. А видео ВКонтакте можешь заработать? А, нет. А почему Good Game тут, кстати, нельзя включить? Идут пробу поставят, не сидят. А, они да. видосы с Ютуба запускают. Надо друг другу уступать. Так, ладно, давайте нас... тогда попробуем так. Вот мое шоу, веб-камера. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но, походу, у нас с этой программкой не получится. Посмотрите, доллар 70, черт подери. Блин, ну тут писюны сейчас могут выскакивать, надо как-то их прикрывать, стараться. Так. Вот они сразу попёрли писы. Ух ты, ничего себе там. А, нет, это. Так. Оп-оп. Привет, девчонки. Привет. Привет, вы меня слышите? Привет. Тебя не слышно. Тебя не слышно. И, в общем, я, короче, пошел и я Ролтон... Нет, с вами. Вот, и я, короче, Ролтона заварил и... Саса и Бибу, с тобой я разговариваю. С кем я могу еще разговаривать? Не переключай меня, а то найду тебя. Я знаю, что ты казашка. Началось. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, ну пожалуйста. Ну конечно, блин, кому нужен молчаливый, блин, дагестанец? Писька дрочером только эти. Раз. Вот. Проверка звука. Вот, ребят, блин, вот в чем дело? О, гопники. Ты что такой худой? Ливерпуль. Ливерпуль. Нихуя Шварценеггер, блядь. Да ладно, я ладно, ты успокойся, нахуй, нихуя себе. Слышите меня? Я чуть экран не лопнул, ебаный урод. Слышите меня? Да? Че тебя не слышно? Тебя не слышно? Алло. Нормально, здорово, пацаны. Че там, кто вы? Поаккуратнее с дрищами-то, блядь. Че ты откуда? Я из Челябинска, Откуда еще может быть такой брутальный? Мы тоже из Челябинска. Да ладно. Откуда? Какой район? Ленинский. А, понятно. Ну и чё? А ты чё откуда? Слушай, Земелья, тебя как сюда занесло? В смысле, просто зашел посидеть, поугарать. Чё тут еще делать-то, блин? Не строчишь! Тут, короче, чувак какой-то этот дрочил, блин, сидел. Я смотрю на него 5 минут, смотрю 10, думаю, чё он делает, блин, вообще? Альбом из Махачкалы, сука, гандон. Вообще, обычно, даги, обычно, кстати, там я видел, двое даже жарились прям на моих глазах. А, челик рулит. Я тоже 20 минут, смотрю, 30, понять не могу, что такое вообще. Челик рулит. Челик, ты по-любому рулит, да. Кто? А, челик-то, естественно. Я тут ближе, ну я ближе к Копейску тут, короче, ну не совсем из Челябинска, да, короче. Нет, ну мы центр, Ленинский район. Ленинский, да. Чё делаете-то вообще? Вы учитесь, работаете? Бухаем. Вообще. Я работаю. Да это-то да? Понятно. Кто в Челябинске не бухает? Мы с пацанами тоже тут это в торговом центре вот недавно отдыхали. Ты заплавил хуй. Друг, понимаешь, в Челябинске не пробухаешь, ты жизнь не проживешь, нахуй. Ты просто в один день нахуй скорычишься. Ну блин, ночами не надо ходить, где не надо, и все нормально будет, вы чё? Да не, нормально. Мы не ходим на особенно в нашем районе хули. Или вы сами там, может, подрабатываете, нет? Это... А то у меня друзья ходят на ночью мобилу это. Не, мы не шальные. А тут-то, вы-то что делаете тут? Вы-то что делаете? Учимся.
Тоже в натуре тут пацанов нахуй встречались, ИКБ. А, телочки есть? Я просто только начал, вы буквально первый у меня после Дага, еще одного Дага. Я не знаю, ну тоже уже телочку ищем, да. Только что-то одни пацаны попадаются. И то, не было еще? Из челика. Не было телочек, да, вообще? Бля, ты четвертый или пятый, тоже мы вот только, не понял. Блин, а что делать-то? Я-то за телочками же, я так приоделся, лучше вообще достал. Правда, она, блин, пыльная, ну, короче, что делать? Не, нормально. Нормальная вообще, как считаете-то? Нормально выглядит. Ну я думал, вот я. Причесаться, да, правда. Не, а мне кажется, что макаронина нахуй висит. Ну а чё, а как я слушать-то буду-то? А как слушать-то вообще? Случайно полную нахуй. Так и у меня, блин, только наушник, все, ничего нету больше. Второй вот да, есть, да. И то сломан. Чё это такое? Вообще, челябинские наушники, посмотрите. Да хули в Челябинске, блядь, какая хуйня такая творится. У нас да, да, два. Это давай, челябинские давай, аномалии, давай. Метеорит упал, да, за это вся херня. Наушники, да, новые, нахуй. Отдадим хули бесплатно. Ладно, давай зимой. Ладно, давай. Телочек найдете ко мне посылать, скажите, пацан такой, Фредди Крюгер, да, короче. Давай, скажем. Хорошо, удачи. Давай, 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 давайте. Нормальные петушки. Это я вам. Да, в смысле, не вам. Да, здравствуйте. Вы тоже из Челябинска? Не, Хуябинск. А, лохи засали. Опа. Опа. Поймал? Опа. Чё такое? Откуда такой? А ты откуда такой? Я из пещеры, из красной. Понял. Здорово, пацан. А вы чё голые вдвоём сидите? Ты долбоёб, что ли? На смазе, блин. В смысле, ты чё так разговариваешь? Вы, то есть гол... вы не голые сидите, да? То есть я попутал что-то, да? Да нет, ты долбоёб. Дотеры, типичные дотеры, вот они так же общаются, блин. Я тебя вижу первый раз, чувак. Лайк тебе за это. Спасибо. Черт, девушки скипнули. Блин, надо было побриться, но я не знал, что так пойдет. Они разделись, как бы они хотели, чтобы девочки. А мне все сами скипают, мне смотреть не надо. Сейчас эти тоже скипнут. Кому ты нахуй нужен? Ты как бы в чате сидишь. Смотрите, воу, они сейчас тоже скипнут. Общайся с нами. У них, правда, микрофон не работает. Задрот. Посмотрите, она на этого сзади, посмотрите, в пуховике дома сидит. Че за тюлени? Да-да-да. Мы в Украине живем. В пуховике, блядь. Они думают, их слышно, что ли? Да, нам тебя слышно, педрило. Натянул на тебя пуховик наебало и темную сделал. Дома в пуховике, ему шапки не хватает. Знаете, у всех есть друзья такие, которые еще в шапке. Мозгов не хватает. Тихо, тихо. А, ну почему? Здравствуйте. Здравствуйте, красный полосатик, здравствуйте. Здравствуйте. Это не вы внука потеряли, я тут просто нашел парочку. Нет. Нет. Мы не похожи на внуки. А вы можете из двух лиц одно целое собрать, а то как-то неудобно общаться. Одно целое лицо собрать. Может, тебе надо твое лицо собрать в одно целое, нет? Не, оно у меня целое, понимаешь, в камере, а у тебя одно ухо, ты как бы можешь, ну это. У тебя ухо. Не, у тебя просто лицо раз как-то. Так. Вы только что разъебали. Что сделали? Что сделали? Разъебали. А что это значит? Это значит ничего. Ясненько. А чё не скипают-то сразу? Он в ступор впадает и скипает меня сразу. А как мне с ним начать разговор? Мне нужны интересные люди. Вот действительно талантливые люди остановятся на мне. И мы с ними пообщаемся. А эти, они сразу скипают. Кто-то без микрофона даже. Это тоже походу давай без так. Микрофона. Давайте. Мы с микрофоном. С микрофоном. Наконец-то. Вы первые люди с микрофоном. Вы в парикмахерской или где? Нет, я на дому. На дому работаете? Рыжая красная немножко. Так, здравствуйте, что вы делаете? Почему вы, зачем вы запустили и подстригаетесь? Или что, вы краситесь? Красимся. А зачем видеочатик? Вы ищете спутника сразу же себе по жизни или что? Нет. А кого вы ищете? Может быть, меня? Мы ищем кого-нибудь. Полосатый в рубашке, небритого.
Возможно. Так. Ну, просто пообщаться или по-серьезному? Я просто тут... Я серьезный парень, мне 30 лет, я тут отношения все-таки строить пришел. Вот, меня в дом 2 не взяли, я сюда пришел. Сколько, 30? Да, насколько выгляжу? Меньше. Да. Меньше? Насколько? Ну, на 25. На 25? Ну, видите, как здорово. А в 30 буду выглядеть на 25... А, в смысле, в 35 на 30. Ну, да. Меня Анатолий зовут. У меня ник в чате «Стакан». Почему «Стакан»? Ну, прозвали друзья так «Стакан». Я обычно из граневого стакана водку пил, поэтому меня так друзья прозвали. Ну, я из Челябинска, мы тут, собственно, кроме этого занятия ничего не знаем больше. Понятно. Вот, говорят, «Стакан, пойдешь?» И я говорю, все, я иду. А вы как, увлекаетесь это? Попить там, ничего не желаете? Вы вообще откуда? Из Нижнего Новгорода. Из Великого Новгорода? Из Нижнего Новгорода. Великого, да? Понял. Это, блин, далеко от меня. Вместе. Ну, вообще, любви, как бы, расстояние не помеха, я думаю, если что. Чем занимаетесь по жизни? Работаю. Кем? Я пою в ресторане. Поете? А какие песни вы поете? Разные. Вообще разные. Разные. Но сейчас не пою, сейчас болею. А вы на Ютубе видео смотрите какие-нибудь? На Ютубе видеоблогеров каких-нибудь смотрите? Да. Евгений Вольнов, например, Ларин, нет? Нет. Нет, не жаль. Просто фразу хотел одну вспомнить. А вы можете сказать «паровозик тыр-тыр-тыр»? Нет. Паровозик тыр-тыр-тыр. Прикольно. У меня красная голова. Да? Извините, я не хотел. Я не знаю, ребята, у меня творческий кризис. Я не знаю, что у нее спросить. Я у нее ничего не спрошу. А ты что делаешь? Работаю. Да ладно, кем? Привет, гопота. Пока, гопота. Хулио Родригес какой-то тут еще. Ну как-то просто бывает, знаете, зайдешь и с собеседником на разговор начинается, а бывает ты заходишь, ты вот, знаете, как в ВКонтакте кто-то отвечает тебе вот односложно, ты ему что-нибудь, как дела? Норм. Чё делаешь? Ничего. И вот то же самое. Я ее спрашиваю, кем работаешь? Ты что делаешь? Работаю. Кем? В ресторане пою. Что поешь? Ну, блин, и вот как-то мне самого не получается. Ой, извините. Галку мат, а кто тут матерился? Мата не больше, чем в какой-нибудь песне, блин, нелепой. Хотя одни гопники встречаются тут. Ни хрена себе. Ты прям как Иисус, у тебя светится что-то над головой. Че говоришь? Ты как Иисус, у тебя что-то светится над головой. Это что такое? А, это про... Что, порнуху смотришь там на всю стену или что? Нет, чувак, здесь у меня кинотеатр просто скучняк. Сейчас я тебе покажу. Давай, пока. А что смотришь-то вообще? Что дуешь там? Чисто кальянчик или, может, с примесями там какими-то? Дернул провод! Ну, дурак, ну, дурак! Или не дернул? Дернул, да. Меня два раза слышно, это потому что у них в чате слышно. Эх, блин, показал мне кинотеатр. Мне надо найти человека, у которого будут какие-то интересы, за которые я зацеплюсь. Сука. Да это гопники опять какие-то. Привет! Слышишь ты, сука, мамку ебал, нахуй. Вот видите, я же говорю. Приплитки ебаная. Дубина, нахуй. Да!
натуре! Так поднимать лошадь, ты же гонишь! А можете типа сказать? Вот ты больше похожий на мамку, нахуй. На кого? На мамку? Ирой... Да, на мамку, нахуй. Мамка. Петелечку возьми. Можете сделать так, нет? А вы почему вдвоем? У вас любовь или что? А, секс с мамкой сейчас твоей будет. Он лежит, отдыхает. А, вы даже втроем. Ну, то есть у вас секс будет, все правильно, я понял, да? Ну, с твоей мамкой. С его мамкой. А хули... Понял. Ну что вы скипаете это сразу? Ну короче, блин, это, кстати... О, блин, вечер поздний, блин, одни сейчас гопота будет и... Мам... Ребят, здорово, аниме смотрите? А, аниме я смотрю. А что смотришь? Фэйри Тейл, Наруто, Блич, Лориэл. Наруто станет Хокаге. Но это уже известно. Блин. А Тетрадь Смерти смотрел? А, без ног. Смотрел? Кира умрет. А? Кира умрет. Да я знаю, я смотрел. Да господи, а чё не смотрел, скажи ты? Кенчи-кун смотрел? Кого? Кенчи-кун смотрел? Во, посмотри, обязательно, короче. Только он в конце тоже умрет. Понятно. Офигенное аниме. Сейлор Мун смотрел? Нет. Только в детстве пару серий. Ну, да, я тоже в детстве. Ты мне что-то заспойлерить хочешь? Ответочку? Не, я на самом деле не помню. А друг что, твой не анимешник, что ли? Он... Какой ориентации? Он так. Гомосек, да? Не, он мало. Пользователь Джигаломаниак подчеркивание активировал премиум на ваш канал. А? Извините, тут... Циммер? Тигр. Тигр? Кошка такая, знаете? Да, знаю. Так это только настоящие мужики смотрят Наруто. Остальные все там про потных мужиков, драки, это все для геев, понимаешь? Аниме это мотивационная история, они мотивируют развиваться. Про Наруто посмотри, героем стал человек Хокаге, кем был? Короче, он завидует, я понял. Гигломаняк, спасибо большое, что за подписался. Ребят, не идет. Я не знаю, я не могу найти собеседника себе. Хотя я все вымучил уже, после Ролтона такой на подъеме был, вымучил все. Когда вебку это настраивал долбанно. Привет. Здравствуйте. Можно на ты? Здравствуй. Вы откуда? Что делаете втроем? Что будете делать после видеочата? Делать втроем. Не... Конечно, слушай меня, я запутался просто, вот смотри, вот так. Такая ситуация. Мне какую девочку выбрать, вот эту или эту? А ты больше любишь попухлее или похудее? Вот блондинка. Не, а я не про блондинку, я как комплекция какая тебе больше устраивает, типа, есть за что поддержать. Они одинаковые, вот, во всем. Я тебя понимаю, но ты мне намекни, я скажу, я понимаю, что это неловко, но... Вот, блин. У кого? А вторую не видно, можно вторую посмотреть тоже? Сложный выбор, да? Ну вот которая на плече, пожалуй, ее выбирай. Она и помоложе, очевидно. И... Помоложе. Да. Хотя бы. А, это парень. Хотя... Парня выбрать? Да не, парни не надо выбирать, зачем, ты же аниме не смотришь. Или смотришь? Аниме смотришь? Нет. Нет, хорошо. Ну все, зачем парня выбирать тогда? Девушку выбирай, ну помоложе которая, бери. Скажи кого, скажи точно, быстрее, еще раз. Вот эту, которая в черном, да, по стране, которая помоложе. Сходи помоложе, нормально.
А что? Может, мы там в камере разделяемся, не сужаемся. Ладно, спасибо. Вам друзья-то не скажут. Парнишка, хоть позиция. Кому-то еще смешно, ребят, мне наоборот, мне что-то грустно становится с каждым новым пациентом. Точнее, я уже сам пациент. Черт, хотел с турком пообщаться. Может, меня поселил бы где-нибудь. За полцены. Я замечаю, часто, кстати, когда видеочат начинается, я часто очень небритый, короче. Это как-то связано, мне кажется. После 10 часов больше надо поехавшим или пьяным быть. Да я, блин... Пользователь активировал премиум на ваш канал. Я на Ролтоне, так сказать, зарядился, но потом на вебке разрядился уже, и я, конечно, это... Ну, спасибо огромнейшее, но у меня такое ощущение, что это глюк какой-то. Этот нул. Пидор ты? Нет. Молодец! А ты? Нет, я женатый. А он? Он так на твою жопу смотрит? Да? Не, чё ты хохонишь, сука? Я с тобой хочу нормально поговорить. Ты можешь нормально разговаривать? А ты даже не поздоровался. Ты можешь нормально разговаривать? Ты поздоровай, скажешь «здорово». Я скажу «здорово». А ты чё, как разговор начал? И ты мне говоришь... Эй, конь, не! Конь! Не, подожди, ладно. Ладно. Это с нашей стороны было недопущение. Привет! Привет! Вы что, обкуренные или что? Не, бухие. Бухие? А почему в понедельник или в какой вторник бухие? Не работаете, что ли? Безработные? У нас график работы такой неадекватный. А кем работаете? Я таксую. Да, а тебя? А давайте в роддом. Ну я, у твоего друга явно гейские замашки. Ты бы вот так не поворачивался к нему. Ты слышишь, как он разговаривает? А давай, заебал, хоть поломать котелкой. Ты возьмешь? Ты поаккуратнее, один раз забухаешь, как бы проснешься без штанов, короче, и жоп болит. На кого подумать? Вот сидит типичный этот. Подожди, ну походу тебя это называется латентный гомосексуалист. Походу такое было уже, походу. Походу чмо ебаное. Не матерись, там вот гейми стримлю, не матерись. Ты Питером остался. Не матерись, Ебал, давай за чмо ебаный. И не дай поговорю нормально. Не ругайся, это ничего не изменит, пойми, жизнь такая штука. Какой аниме смотришь? Пользователь. Нахуй тебя все ебут, знаешь, ты меня... Где? Это казахский или что, на ком он разговаривает? Да. Ты вообще откуда, братан? Я из Челябинска. Вы тут рядом же вообще. Ну здорово, чё. Он за базар-то ответил или он такой попьяненный? Мы с Кустаная. А, нифига себе рядом. А чё, далеко что ли? Ну далековато, я тут, блин, дальше копейки не выбираю. Сибирский, огромнейшее спасибо за подписку. Да, чего? Ничего. Ты там, мы с тобой вообще не разговариваем больше, ты показал уже всё. Сиди вон, трогай друга своего. Лага. Чё? Раз закрой. Ты чё возбудился-то? Лежи. Да? У меня хочешь взять? Ты смотри, твой друг над тобой как смеется. Лежи, отдыхай. Ты побухал вторник, блин, день тяжелый. Давай. Ну, ребят, у меня настроение падает после такого. Хуй покажешь? Сколько платишь? А. Ну и чё переключаешь-то сразу? А чё не переключать-то мне сразу? Да я не тебе, усатый. Там женщина меня переключила. У меня почти всё с ней получилось. Это была моя первая женщина. Хуёво тебе. Не, ну подращить-то можно в любом случае. У него хотя бы сиськи. Во! Сиськи-то заебись. А можете поменяться? А у тебя нету, ёбище вонючее, блядь. Блин, это не я сказал. Знаешь, как бы это я сказал? Тяжело вам живётся, наверное.
Господи, что за люди? Я просто, представляете, они живут вдвоем, да? И она просто первому встречному в интернете так говорит. Я вот, блин, мне тяжело представить. А эти реально вот на Доте просто растет такое поколение. Я просто, я... Это, что творится? Послушайте, кому не зайдешь? Где эти люди, с которыми поговорить можно? Хоть о чем-нибудь. Вон с казахом одним начал говорить, второй что-то влез, блин, все испортил. Да я не удивляюсь, я к тому, что с каждым годом это все хуже и хуже. Я поговорить с кем-то хочу. Я, блин, один разговор у меня и все, я бы пошел спать. Один разговор. Один разговор с человеком. Не с пузом, блин, голым. Не здрочил. Здрасте. Что рассказывает? Она рассказывает? Блин, погоди, сейчас даже сколько. Я их себе притягиваю. Да нет, это время. В Москве час ночи, одни гопники сидят, видишь. Нормального, грамотного, интеллигентного человека тяжело найти, пообщаться хочется с кем-то. Ну, опять с битами, бьют кого-то там, поди. Не, на самом деле, время не то, час ночи по Москве. Вторник, все бухи уже. Лучше бы реально в караоке зашли, попели. Ну, там что-то вебка так и не заработала. Ужас, какой-то скример был. Драчунов, конечно, миллион. Начать игру в каком караоке нажать? Где тут? Мы же не в караоке сидим. Правильно? Не, я уже чувствую, меня, они, знаете, не как порча, они потихонечку как бы залазят на меня и поглощают меня потихонечку, и я тоже становлюсь плохим и испорченным. Опять вдвоем, посмотрите на них. Ёбаный в рот, не говори, ты кашь меня. Опять один. Ну а чё мне вдвоем с мужиком сидеть ночью, скажи мне. Чё-то мы бухаем его, если ты не знал. Во вторник они бухают, ну конечно, конечно. Блядь, ты чё, ишак что ли, или чё, смотри сюда. Мартини купил ему, или чё, чё это, мартини? Да, риски, блядь, я типа в жопу ебал. Здорово. Я никого не пропускаю, ребят, никакие женщины не пропускаю. Я пропускаю голые пузяки, понимаете? Голые пузяки пропускаю. Я даже могу кнопку вот убрать. Опять вдвоем. Кейк! Кейк, ты мудак, что ли? И эти тоже, блин, видите, ругаются. Ну что такое? Да ладно, Кейк, стой, Кейк, стой, успокойся. Я уже нажал, почти нажал. Да ладно, мы с тобой просто поговорим, чё ты паришься? Ну всё, я вас показал, ребята, можете уже это... Блять, ну, хочешь скипай, нам плевать. Мы так здесь сидим, просто угораем. Не с ним снайпить и просто угорать? Нам плевать вообще абсолютно. Мы даже он, например, тебя вообще не знает, я тебя знаю просто. А вы почему вдвоем сидите? Вот вы почему вдвоем сидите? Вот объясните, почему вы вдвоем сидите? Блядь, бухаем. А почему вы во вторник ночью бухаете, объясните? Вы не работаете, не учитесь? Ненормированный рабочий день, мы просто, ну, как бы... Например, я работаю как бы, ну, просто не 5-2, то есть у меня другой график немножечко. А я сутки двое.
А у тебя какой-нибудь... Вы что, спасатели или кто? Пожарники, что ли? Да, видишь, ковер, видишь, ковер? Че, не похожи мы на пожарников, что ли? Да вы дохлые, вы не похожи на пожарников. Кто вы? Кто так работает? Мы дохлые пожарники, ты просто не шаришь. Дохлых пожарников не бывает. Вы как женщину горящую будете из дома выносить? Она сама, мы просто ее напугаем, она сама выбежит. Какой ник на Твиче, спрашивают? У кого? У тебя стакан, нет? Меня? Да. У нас нет ников на Твиче, мы не стрим, к сожалению. А откуда ты тогда знаешь меня? Блять, ну в смысле, откуда я тебя знаю? То есть ты просто без ника, не зареган на Твиче, и просто смотришь, слышишь? Да, зареган на Твиче, естественно, но какая разница, какой мини Твиче? Ну, не знаю, мало ли. Может, пригодился бы, там, модерку бы, да, не знаю. Да нет, нахрен эта модерка не нужна, я же... Так вы кем работаете-то, вы так не ответили. Пожарниками, дохлыми пожарниками, которые... Ну, это я сказал, а вы, типа, просто подхватили, а на самом деле... Вы не можете на одной работе, у вас разные графики... Просто... Оба МЧС, но с разными графиками, это как? Нахуй пизде. Тихо. То есть ты МЧС, а это просто голодранец, да? Он тут это отдыхает. А, да, я бомба. Понятно. Ну, это более похоже на правду. Сколько раз подтягиваешься в МЧС? Бегаете пятерку, там десятку? Нет, пятерку. Пятерку? Мне есть знакомый МЧСник. Да. Ну, ладно. Сколько тебя сейчас смотрит? Подожди, сколько тебя сейчас смотрит? Человек. Понятия не имею. Ну, ты сейчас не играешь, да, получается? Сколько тебя сейчас смотрит? Понятия не имею, если честно, у меня не открыто. Ты на Твиче сейчас стримишь, получается? Нет, нет, на Good Game. Good Game и Ролтон. Только... Погоди, а что, на Твиче запрещают видеочат? А, ну да, там же письки могут. Да-да, я боюсь, что вы тоже покажете, я как бы на курке держу тут это. Да, мы... А то бухаете вдвоем, я не знаю, что вы тут делать будете. Тут письки сразу показывают, ты осторожно. Ну ладно, я сейчас вас отрублю, вы показывайте, а пока не надо. Давай, спасибо. И тоже, блин, чувак стрим смотрит, ну не смотрит стрим, когда смотрел, и тоже начинает. Здорово, Узна. Здорово, мужики. Здорово, Лик. Как он меня называет? Что он говорит? Игнаты. Игнат, а почему я Игнат? Я не Игнат, я Кирилл вроде. Кто ты? Кирилл. Кирилл. А, я просто перепутал. Ты откуда? А, перепутал, ну ничего страшного. Я из Челябинска, из Челябинска. А тут Челябинск. Откуда? Подождите. Подождите. Не кричите. Челябинск. Челябинские мужики. Подожди. А ничего страшного, что очко твоей мамки полировали всей толпой? Погоди. Нет, нет, ну-ка расскажи. Да блин. Давай тебе потом скинем. Это попозже. Он спрятался, да, вот этот, который самый смелый спрятался? Не влезаю просто в камеру, и вообще мне нельзя показывать, я чурка, потому что. Мне нельзя показывать. Ибрагим Магомедов, контакты найди. Ибрагим Магомедов. Ну и что, мне миллион человек выдаст, и что, мне его искать, что ли? Нет, Алексей Рамузин запиши, он, ты его найдешь. Алексей Рамузин, а ВКонтакте есть? Дайте ВКонтакте, я это... А, да, Алексей Рамузин. Алдонин. Сзади Игнат который, сзади Игнат, это он, Алексей Рамузин, или кто? Нет. Кто Рамузин, Алексей? Рамузин. Который выглядывает. А, вот этот выглядывает, давай ВКонтакте его, сейчас найду быстренько, добавлю, пообщаемся. Рамудин, да? Он ВКонтакте сейчас добавил. Добавит меня? Да, 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 он. Давай, вот. Вот он. Откуда он? Откуда? Из Нижний Новгород. Минеральные воды. Минеральные воды. Рамонин. IQ 0, да, вот эта аватарка у него. Да, он сам 0. IQ. А что стена закрыта? Как тебе написать-то лично сообщение? Уровень IQ мой 0. Тихо. Ну это видно, это видно. Потому что. Нет, ну давай не будем сейчас переходить на уровень IQ, ладно. Это говорит человек, который там параллеловал языком кому-то другу или что там он сказал вначале. Он здоровой мамке. Другу, другу. Другу, друга, мамке, неважно. Добавь его, поговорите по душам. Я добавляю, сейчас тебе это лайков накидаю в это. Вот таких больших лайков тебе сейчас накидаю в приват. Читай все. В Одноклассниках отлично поставь еще. Братан, а ты танки играешь? Сообщи, конечно, играю. Т100 у меня вообще. Всех ломаю просто. Во у тебя. Е100, Е100. Ой, я тебя на Си-7 тебе попу так порою. Ой, рассказывай. Алексей, в это, читаешь ВКонтакте мои послания-то? Читаешь, нет?
А чё, у тебя клан есть? Клан нету, да сам катаюсь, всё. Бля, он скинул мою ссылку. С какой ты группы? С какой группы? Какой-нибудь паблик. Паблик долбоёба, да, походу, какой-нибудь, да? Я в спам вбил тебя, и все, чтобы это нормально тебе было. Хочешь лайков накручу? Бля, засираешь мне. Открой стену на секунду, открой стену это, можешь открыть, пожалуйста? Красавчик. А как так сделать, скажи, я побрать. Да в Яндексе, блин, вводишь спам, типа, там просто вводишь ссылку чувака, и все. Вот пусть он стену откроет, я вам тогда сам ссылку дам. В смысле, если я тебе сейчас скажу что твой айди... Чё, ты бесконечности ему сообщение будешь отправлять? Ну, если хочешь, то да. Давай вот бесконечно. Не, если я сейчас свой айди дам, ты мне засрёшь тоже? А ну ты вроде не ругался, зачем тебе? Я как бы один из модераторов ВКонтакта, службы поддержки. Да, а ну, найди Сергей Балов. А ты в друзьях у этого-то неадеквата? Нет, нет его там. Ну и правильно, зачем тебе в друзьях такой этот, черт? Да, правильно. Сергей Балов там, блядь. Минеральные воды или что? Баби и Венга напиши. Нет, Сергей Балов с минеральных вод. Тоже. Чё-то нет такого в минеральных водах. Уверен? Сергей Балов. А знаешь, где это вообще? Балов. Минеральные воды? Балов, да. Не, понятия не имею, я все-таки из Челябинска, из центрального города России. Ну а мы тоже не заграли. Это Северный Кавказ, сука, тебе. Сейчас, подожди, братан. Сейчас, подожди, братан. А как, вот ваш друг нормально относится, что вы там чуркой кого-то называете? Типа, сидите рядом вроде все. Нормально. Охуительно. Ему нравится, да? Заличка засирает, хуже относишься. Ростов на Дону. Ростов, а не Ростов. Не минеральный, вот. Я тебе вон скинул. Он с Ростова. ID. Так, и что ты хочешь, лайков или что ты хочешь? Не, кинь мне по-братски вот эту ссылку. А что, можно много лайков поставить? Ну, хочешь, можно лайков на фотку поставить. Ну, это такое, конечно, это я тёлочек так клею, там, типа, хочешь лайков, она такая, да ладно, не гони. А там раз и соточку, раз и вторую. Моя жена, тут же не могу никак никого подклеить. Ну понятно. Ну к тебе компания, надо менять компанию, если такое клеить хочешь. Посмотри, там особенно вот, за камерой сидит, ребята, вы чё вообще выпинываете быстрее? Тебе хуй надо менять! Ну, смотри, у нас еще один за камерой, братан. Ну я его-то не слышал, я вроде. Кто нудит минеральные воды? Вот, а вы чё в пятером сидите? Вы чё делаете? Рыбку там жрёте или ещё? В смысле, ЦСКА смотрели. А, ЦСКА. А чё, кавказцы тоже, типа, футбол смотрят? Да мы не кавказцы, ты чё? Ну, один-то. Он с Кабарды, я с Кабарды, этот ставропольский парень, так что... Ставропольский. Кабарда слышал такое? Нет. Кабардино-Балкария, Нальчик. А, ну это конечно. Ну, у Нальчика свой клуб есть, чё за ЦСКА, блин? Ну он беспонтовый клуб. А-а-а, ну ничего, ты поаккуратней на родину не возвращайся больше, а то смотри там... Такое ты сказал. Ты не расскажешь никому? Я? Ну, если честно, то уже все знают. Ты уже это сказал, поэтому уже дороги назад нет. Я заебался личку чистить. Прачек, вы, бля, оперативно работаете. Стену открой на секунду, пожалуйста. Да, блядь, жопу открой свою. Покажешь пример? А в смысле меня... А, вот, ты добавил Сергея Балова, мне тут... Что-то пиздяша. Ничего не это. Ничего не делал пока. Ты стену открой, я тебе лайков поставлю. А, вот, у тебя есть под записью. Где Сухарёв? Мне тут только не пишет, братан. Слышь, что такое за дела? Фанаты твои пишут. Общайся. На здоровье. Они любят меня, да? Да. И вот этого, который слева особенно. Они запломбируют. Вот этого, что ли? Да, да. Всё, у которого есть какие наклонности, там что-то про анусы он там рассказывает вечно, что-то жопу там. Да, я уже заебался от тебя удалять анусы. Корабли. А что за корабли у тебя там? Это латентный гомосексуалист. Гомосексуалистам кидают. У тебя корабли латентные там какие-то. Слава вот, Украине, ебать, черти ебаный, я их рот ебал. Вот у тебя человек в Севастополе, ты поаккуратней. Да и хуй с ним. Кто Севастополь? Ну вот ты же сказал, он там кто-то Севастополь. Это не рыбья, а Симферополя. А, Симферополь. Брат, я тебя попросил просто мне ссылку дать, а ты мне тут, бля, пиздец. Так я в офис передал, вы что там делаете?
Да нет, этот не ругался, это вот первый до этого латентный, да, это гей, да-да-да. А, он закрыл, а у вас первый закрыл, говорят. Латент... Меня засыпают, сори, не надо больше, не надо, ребят. Гей закрыл, забейте тогда, этот вроде нормальный. Я кинул только на того, я думал, они, я просто забыл сказать, что ты ничего, я просто думал, ты лайков, я просто, вон тебе лайков двадцаточку накинули под фотку, но можем как бы побольше. Да мне пизда. Здесь? Брат, они меня до сих пор искали. Извини, извини, да они думали, что это от этого. А не, можно мне 1000 лайков на это играть? Не печалься. Не, геем нельзя, только тёлочкам. А? Геем нельзя, только тёлочкам. Ты тёлочка? Будешь тёлочкой сегодня? Покажи сиськи. Сейчас, у меня там сиськи растут. Да нет, ты постригись сначала. Да блин, блядь, аскер. За тобой придут. За тобой придут, ебать, тебя порвут, нахуй. Да это забей, это шаблонная фраза, ничего особенного, не переживай. Не, ну просто, брат, есть кто реальный, кто сможет подвигаться со мной вообще? Ну ты поищи, попробуй. Ну все, кто там... А из вас кто самый сильный там, из вас вот? Ну, все ну вот сильные. Антоша. Не, он говорит не Антоша, он говорит вы все. То есть не Антоша все-таки. Антоша слабый. Ну, все... ну не, просто а, интересно. Если, надо кого-то если хочешь кого-то сильно проверить, давай меня проверить. Не, ну да не, никого проверять. Ну просто он говорит, что там Антош самый сильный, а вот этот парень не согласен, говорит, он сильнее Антош. Я просто ей поинтересуюсь. Никто не согласен. Сколько? Что ж сейчас вообще? Че, лайков или чего? А друзья мне хотят кончить. Не, ему под фотки что-то пишут. Тебе на запись там, записи присылать. Ебать. Братан, это зачем? Это ничего, это мелочи. Это делается вот так, оп, и все. Я в твою мать. Мне вообще малая отрыдала, ебать. Ебать. Леша, я блядь, так ответил. Я закрыл, я закрыл. Что ты? Ну, ребят, вы какой-то ерунде удивляетесь, вы что, первый день живете или что? Это щелкает с пальцем, все, это раз и удаляет. Как закрыть? Да вообще на эту хуйню похуй, если честно. Закрыть? Просто, невозможно. Закроешь, потом открой все равно. Что-то. Ты можешь писать. А что, лайки там только тёплые ставите, да? Лайки, да, девочка. А что мне вам лайки ставят? Зачем мне это надо? Вы меня чем мотивируете? Вот давайте вы турнир по... Давайте, короче, смотрите, предлагаю, вы устраиваете турнир по армрестлингу. Кто побеждает, тому, ну, сколько, 500 лайков хватит на фотку, на любую. Ну, давай устроим турнир, у кого хуй больше, у меня или у тебя? А при чем тут я-то, ребят? У вас, вам лайки нужны или кому? Мне лайки не нужны, у меня их вот 10 тысяч на основной фотографии. Или что, вы боитесь, вы говорите там, кто-то сильнее, да, что, армрестлинг, что, мужская нормальная это забава, раз там поборолись. Не, а ты что, ты сам не можешь это поставить на фотке, нам-то похуй совсем. Я могу, а мне зачем это нужно? Я страницу писал, мне похуй. А зачем мне это нужно, лайки ставить? Вы скажите, я захожу к девочке, говорю, хочешь лайки? Она говорит, ну вообще хочу, но ты-то что такое, кто такое? Я говорю, опа, оп, лайки появились, она такая, о, ничего себе. Всё. А ты ещё хоть раз ебался? Да, конечно. Столько лайков, ты что думаешь? Руку? Ну и туда тоже. А ты нет, что ли, или что? Типа, сейчас скажешь, типа, нет, я не такой, я с 13 лет созрел, пошел к бабе Нюре там в соседний аул или что? Я уже в 16 лет женился, ёпта. Это хорошее достижение. Это молодец, горжусь тобой. Ну так что, не хотите лайки? Не будете? Ну, можете что? Сами что-то предложить, но только адекватное. Через год я тебя предложу, ёпта. Отработал лайк? То есть у тебя мания, ты хочешь как гениталии показать всем, да? И друзьям, и мне, или что? Что с пилами? О, тихо, лично. Алло. Лет через 50. А сможешь? Советская 30. Сможешь одной девчонке поставить лайки? 50, нажми не бэ. А кто это просит? Нет, советская 38. А кто это просит? Тот, который этот, про анусы там рассказывал? Нет, я прошу, вот. Я прошу. Который сзади. Давай. Девчонки, а она где-то рядом или она просто может спит тебе? Она дома заблокировал. Ну вон, видишь, девчонку, вот видишь, человек, у него есть девушка, он понимает, что лайки поставит, он скажет, дорогая, смотри, что у тебя. Она такая, откуда это, откуда? О, это работает, это вы тут что-то это думаете? Я знакома с Челябинска. С Челябинска? Так слушай, давай контакт ее, давай поставим лайки. Если с Челябинска, то что? Чего нет-то? Этот,
записываю этот. Хачапури. А, Элина Долесова. Элина Долесова. Долесова. Казань, Москва, Питер. Чё, не, блин? Минеральный вод. Ну, у нее не указано, что минеральные воды. Так у меня растут. Так, ну, возможно, это она. С ребенком тут фотка у нее, да, или что? Ну, да, допустим. С ребенком, да. Сабр что-то написано тут, да? 23 июля день рождения. Да. Все, все. С Челябинска, да, Гриша? Отлично. Сейчас, лайки можно, ребят? Закиньте соточку, пожалуйста. Сотку лайков. Не-не-не, в конто... не надо писать, нет. Пиздобок. Ну, блядь, что-то... Сотку. Блядь. Да, ну, да, что, на эту фотку. Сейчас у нее есть лайки или нет? Ща, на фоточку накидаем лайков. Накидал сотку, хватит? Вот сейчас на я гляну просто. На эту фотку сотку хватит или что? Не надо много, не надо много, это не наше, не наше. Нет. Вон кинул вам, вот, на эту фотку, нормально, что. Соточку накидал, передай ей от Кирилла из Челябинска, слышь. Братан, 200 уже? Не-не-не, хватит, не надо 200. Да в смысле там было уже 100? Не надо, нет, 200 не надо. 24 там было, ровно, мне сообщают, что ты мне рассказываешь. 24 лайка было, вот я кинул. Сколько там сейчас? Все, 200... Я за спиной, блядь, больше сотни человек сидит, что ли? Сотни, ты думаешь? Можем до 1000 догнать, но это, ребята, это просто... Я вам показываю эти штуки, а как бы... Все остальное это уже так, для своих целей, а поймите, вот, правильно. Еще одной, слушай, вот не наглее, мы уже, ты как на разговор-то ну, начал, ты помнишь не, вообще? Не, ну смотри, ты говоришь, нет. Что тебе вообще похуй на это. Мне да, я вам показал и все. Слушай, ты как разговор начал, а сейчас лайчики, все, ты определись, Елина там или кто-то другой. Привет, от Кирилла. А что интересно, все, я тебе показал, что тебе еще надо, 240. Мы, я могу убрать так же, хочешь? Хочешь убрать сейчас могу, точно так же вообще. Да, убери, мне без разницы, мне просто интересно. А что интересно, а что еще ты хочешь? Лайки поставил. Ну, в смысле, допустим, больше до 1000 дотягивать или нет? До 1000, я говорю, это уже в личных интересах используется. Я что вам, пацанам, буду что-то рассказывать, которые меня грубят тут. Это у нас. Я сижу, попадает скандиачка из Питера. Я тебе просто рассказываю. Ну ты вначале грубил, а я тебе просто рассказываю, как я работаю. Мы заходим с пацанами. Знаешь, слышь, человек. Да, 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 да. Ты же. Вроде пацан, ничего. Ну и чё да? Ещё? Ну. Я у тебя интересуюсь просто. Ну да, и чё? Всё. Ну и чё, а чё ты, типа, ломать меня хочешь? Я говорю, вот показал. Могу до 1000, да, могу. Переключи по-братски, всё уже. Оставь. Рот закрой его, иди спать. ЦСКА проиграла, что ли, или чё? Чё кипишу? Это я понять не могу. А, ну понятно всё, короче. Ну, так. Я сам... В тракторе играл, в Челябинском хоккее. Да. Знаешь, ладно, не гони. Посмотри. Да вчера был... только травму получил. 92-й да год нет, рождения. В 92-м году играл в тракторе? Я 92-го года рождения, посмотри, я в команде есть. И чё ты молодой не играешь сейчас там? Почему ты... Ты в отдыхе или что? Я это, сломано. Связки. Ебедица. Связка сломана. Понятно, как... понятно. Ну круто, круто, чё. И чё, когда обратно вернусь? Я могу узнать про всех там. Так узнавай нас, да и так, и что, и что? Я тебе просто, я тебе говорю, чё ну. Там, дотягиваешь до 1000 прям? Да могу, если хочу, дотяну, понимаешь, но должна быть мотивация. Ты сказал, покажи, я показал 200. Ты начинаешь сам разговаривать, я тебе по-хорошему сказал. А я чё тебе не так сказал? Всё, а чё? 50-й выпуск. В смысле, ты говоришь, можешь до 1000, я говорю, могу, что я тебе нехорошо сказал? Ты говоришь, там что-то уломать мне решил. Не, ну ты говоришь, поставь, поставь, я говорю, это уже в личных целях, то есть просто так мы это не делаем. Нет, не могу. Нужна мотивация, я говорю, провели бы турнир там по армрестлингу или еще что-то, я тут, понимаете? Если вся мотивация есть, знаешь, ну как хочешь. Ну, с удовольствием, ага. Понимаешь, я тут что, просто так, что ли, сижу? Я захожу развлечься. Вот, там раз пацану поставил 200 лайков, он там раз начал что-то переживать и так далее.
Эх, все, обиделись, короче. Ну лайк девочки поставил такой. Что это за херня, э? Стрим выключите. Порнуху какую-то там включи. Это не он, тот же говорил 92-го года. Это не он. Не-не. Это какой-то помоложе, другой. Ну похож вообще, похож. Так это один на один, я вам отвечаю. Или он. Да не, не он. Не он это. Он не торпеда, трактор. Был трактор. Лайки забрать. Ребята, отбой лайков, погоди, где-то эта ссылка. Ребята, отсюда лайки убираем. Лайки убрать. Быстренько убираем лайки. Кто? Все 200? Во-о-о, нормально уже. Все, он сейчас такой, потом посмотрит такой, и опа, а лайчиков-то уже нету. А вы еще подглядываете? Работа идет вообще-то. В темноте сидят, спрятались они. Кто лайки не убрал, алло. Офис, работаем. Здравствуйте. Да. Два голых мужика сидят рядом с другом. Господи, что такое? Да не вы, прошлые. Вас-то вообще не слышно. Они в голышом и в такой же позе сидели, короче. Вот нас слышно теперь? Да, теперь слышно. А, все, спасибо. Как относитесь к голым мужчинам, которые вплотную сидят? А, вы, суки, воспользовались мной, чтобы звук настроить. Вы шлепки, надо сразу понять. Это он, действительно. А, блин, реально, вот он. А, и вон и третий там сзади. Вон и третий сзади. В тракторе он играл 92-го года, блин, 95-го, какая-то малолетка. И вот они на паре в ПТУшке сидят. Вон там у них, да-да-да, это стопудово они. Не, ну он нормально за 3 года это. Реально, муж в хоккей поиграл. Хоккей? 95-й. Да не ты, не ты. А чё ты? Ты наркоман, что ли? Чё у тебя на голове? Что ты тыкаешь, блядь? Вы наркоман, простите. А чё ты, чё вы тыкаете? Извините, вы наркоман, я просто... Извините, я спрашиваю. Я больше не буду, прошу прощения за этот инцидент. Прошу прощения. А вы наркоман? Тыкаете? А вы наркоман? А в чем проблема? А вы наркоман? А в чем проблема, извините? Я просто спрашиваю. Я просто интересуюсь. Просто интересно, а в чем проблема? А проблем никаких, извините. Ну, а вы вот, наркоман? Извините. Ну, возможно вообще, а в чем проблема? А просто интересно. У тебя родители там кричат, ты мог бы это потише, не разбудишь? А мне похуй, я еще нет. Как с тобой родители разговаривают? Жука, ты колы, брат на брата! Или что? А вы наркоман? А или нет? А что? А что употребляете? Ничего не употребляем. А сегодня что употребляли? Сегодня пивас употребляли. А, вы такой слабенький, вы с пиваса вас так развезло? Да, что? Я же вообще не пил. А сколько вам лет? 15 есть? 20. 20 есть? Да, я действующий чемпион Украины. Почему? По пивопитию? По литроболу? Борьба, кураж. Типичный чемпион Украины, я понял. И давно вы выиграли чемпионат? 12 октября. И вы отмечаете до сих пор или что? Это как-то очень странно.
А приз какой был, кстати? Вот мне всегда интересно было на спортивных мероприятиях. Вот чемпион Украины и что? Какой приз был? Ну там, как всегда, медаль, кубок. А всё. бабосы. Зачем это медаль, кубок? Бабосов нету, все. А что за борьба кураж? Это на пальцах или что это такое? Не, это реальная борьба. Ну, типа... Отличие от того, что нельзя за ноги брать. То есть выше пояса хватаешь и то же самое кидаешь, да? Да. Подожди, ты какой-то дрищавый, ты точно? Сколько ты весишь вообще? 73 килограмма. А рост у тебя какой? 1.74 метра. Ну мы одинаковые, только я 75 вешу. То есть я, по сути, чемпион Украины получается. Ну так давай раз на раз, чё? Ну так давай, приезжай в Россию. Я-то чемпион России выходит, ты Украины. Давай сразимся, чё, давай. Всё. Чего? А говорю, ты где есть чемпион России? Ну, Челябинская область, ладно, Россия. Ну, Россия. Челябинская область по размеру такая же, как Украина, поэтому можем сразиться. Я знаю. У меня есть хорошие друзья в Челябинске. Дай свой адрес. Они найдут меня? Да нет. Братья просто... Каширины 15А. Только, пожалуйста, пусть они не приходят. Да не, ну ты чё гонишь? Ну, братья Каширины 15А, записывай. Ну забей, чё ты очкуешь. Братья Каширины 15. Записываешь? Бля, ну ты чё, реально идиот? Тебе адрес... Я для тебя нормально общаюсь, но чё ты гонишь? В смысле? Ты хочешь адрес? Я тебе его называю. Или что ты хочешь? Я спросил, ты хочешь бороться или ты как? Ну в смысле, ты друзей пошлёшь побороться за гаражами или что? А нет, ну какой за гаражами? Если ты реально борец, давай, пожалуйста. Так я с тобой, может, хотел. Я смотрю, ты типа дрищёвый, думаю, может, я чемпионом Украины стану. А, да блин, да не вопрос, ну чё. А каким образом чемпион Украины бухает сидит? То есть ты тренер тебя по жопе не лупит потом палкой саной или нет? Да нет, ну а чё? А ты ему расскажешь, типа, вот там, Иван Васильевич, мы сегодня бухали нормально. Чё, тренировочка, какая программа у нас сегодня? Чё, гонишь, что ли? Ну, рассказываешь, что? Нет, конечно. Понятно. И что, и все чемпионы там у вас там? Ну, один я сам по себе, а что? Понятно, понятно. А нормальным спортом будешь заниматься когда-нибудь? Ну вот я занимаюсь, а чё? Ну там греко-римскую какую-нибудь борьбу переходить, не там Олимпийские игры или всё вот это. Ну пока не вариант. У меня сейчас травма. Вот, рука разрезана. А, и бухаешь, вот тоже. Здоровья мало, понимаешь, получается. Ну понятно, в принципе. А зачем шапку такую одел, ты мне можешь сказать? Это Новый год, это праздник. Украинский Новый год или что, 9 декабря? Почему так рано-то? Ну да, а что делать? А следующий год, чей год, тигра или... Малпы. Малпа, подожди, как это русское? Обезьяны, вот. А, это была обезьяна, я думаю, что за малфа? Малфа это обезьяна, по-моему? Ну, украинскую это будет малпа. Это обезьяна, да? А по-английски знаешь, что малфа значит? Малфа? Малфа, по-английски. Нет, что значит? Загугли, загугли. I like old mouth там или что-нибудь типа того. Ну ладно, неважно, да. Ну ладно. Вот видишь, а что ты сразу разговор не мог нормально начать? Тут что-то, ты наркоман, там, ты урод. Зачем ругаться? Вот нормально пообщались, а то ты все сразу на агрессии. Ну сильный, да, там, чемпион Украины. Ну что, нормально общаться теперь нельзя. Ну обижаешь, конечно, обидно. Не, вообще-то я не тебе сказал. Это просто, знаешь, пацан переключил. А вот попало на тебя, да, извиняюсь. А, все, ну ладно, извинился, тогда хорошо, тогда хорошо. Вот. А это... А че? А есть... Так светло, я смотрю. Светло, да. Так я же в России живу. Свет есть! Время. 3 часа ночи, 3:45. Ни хрена себе, ну я не из Крыма, конечно. Солнце. 3 часа ночи, солнце, блядь. Да. Такие дела. Так это, ты, ну, пока тренера нету, можешь скажешь, это, ну, потребляешь что? Нет, ну, пивасики там, все дела. А для тренировочки что-то, а? А что, чемпионом не хочешь быть мировым? А то пока без нет. Этого, надо это, я тебе говорю, пептидиков у тесака возьми. А ты что, уже пробовал, что ли? А какой чемпион, по-твоему, не пробовал? То есть, ну, я...
Как борьба называлась твоя? Чкафи? Ураш вообще. Борьба Ураш? Ураш. Ураш. Ну, если честно, первый раз слышу. Но, видимо, из-за этого и никто и... Все чемпионы-то, знаешь, что делают все чемпионы? Знаешь, что делают? Борются. Сосут чупа-чупс чемпионы. Да вообще-то борются. Чемпионы. Ну и борются тоже. Ну, короче, ты давай это потихоньку-то с алкоголя переходи уже на, ну, на нормальные вещи, серьезно. Еще гонишь. Массу набирать. В качалку-то, по-любому, борцы-то тоже в качалку ходят. А как туда без этого, без курсача-то? Качалка для хуесосов. Да, то есть ты выходишь такой, дрищ такой, и раз там валишь сразу всех. Согласен. Как? Или ты так что, тренируешься в зале, это воздух перекидываешь или что? Ты же должен как-то? У тебя спина должна быть. Я воздух перекидываю, что мне еще делать? Что за борьба кураж такая? Это сколько человек участвовало в турнире? Погоди, что-то мне интересно стало. Около 200. Около двух? 200 вообще. А, 200? 200, понял. Странно, да. Просто какая-то борьба, там чемпион пухает, не тренируется в зале. Что за борьба такая? На турничках хотя бы висишь? Зачем мне турнички? А чем ты... Подожди, то есть ты, у тебя как тренировка-то складывается? Ты пришел пообжимакался с мужиками и домой пошел, чемпионом стал или что? А, ну это у тебя такое понимание. Не, подожди, но я спрашиваю, качалка нет, пептидики нет, курс нет. Я тебе говорю, в смысле у меня понимание, я тебя спрашиваю, ты качаешься? Нет. На турничках висишь? Нет. Курсач, пептидики? Нет. А как, то есть это спорт? Да. А каким образом без физических каких-то тренировок, что ты от пола отжимаешься хотя бы или тоже нет? Нет? Серьезно? Погоди, что за спорт? Подожди, что ты, как тренируешься? Это все тренировка. Ну подожди, то есть... Ты приходишь, то есть тренер вам не дает ни отжимания, ни подтягивания, ни, а на пресс какие-то упражнения хотя бы? Вообще-то это отжимания, вот это все, что ты перечислишь, это называется общая физическая подготовка. Ну, так я тебя спрашиваю в отдельности, ты все равно говоришь нет. Если оно есть, оно всегда есть у всех. Ну а что ты мне говоришь нет тогда? Я же тебя спрашиваю, на турничках там ко-ко-ко есть такое, нет, а ты говоришь... Ко это для турникменов. Ну так ты и есть турникмен, ты же на турнике висел. Турник трогал? Нет. Турник трогал? Турник трогал, все, турникмен. Но это не то. Все, зашквар... Блин, господи, это то же самое, что петух на зоне. Потрогал? Оп, все. И то же самое с турником. Ты опа, турникмен. Не отмажешься, дружище. Это то же самое, что у тебя типа клавиатуру тронул, оп, видел человека, да? Мама, я мастер спорта. Не знаю. Там мастер спорта международный класс, бухой под диваном лежит или что? Нет, он не бухой. А где он валяется там? Ну он просто звук. Он сидит вообще-то. Ну, такое ощущение, что он где-то валяется. Ты как-то поворачиваешься под кровать смотришь. Мастер спорта, а он тоже. Он поэтому же по борьбе кураж или почему? Нет. Стрит-воркаут, долбоёб. По стрит-воркауту мастер международного класса! Стрит-воркаут мастер международного класса? Это на ютубе видосики там написано, да? Там типа вот сдайте там на мастера международного класса. Это вот это он сдал? В Украине соревнования были, бля, я участвовал нахуй. Международный класс нахуй. Мне а кто тебе вручил международного класса мастера? Да президент что ли приехал или что? Кстати, ты, бля, верно подметил. Где у тебя эти разряды написаны? Какой мастер международного класса по стрит-воркауту? Ну, а ты, долбоёб. Ну и что ты мне медальку серебряную показываешь? Причем тут мастер международного класса? Блядь, выйди на турники, нахуй, попробуй сделать, нахуй, 12 подходов, блядь. Долбоёб. 12 подходов, господи! А, все. Только, блин, развеселил меня. Мастер международного класса по стрит-воркаут. Чё-то ржу. Мастер международного класса.
просто понимаете? Мастер спорта международного класса. Блин, ну я просто с трудом могу сравнение. Есть тяжелые атлеты какие-то, может, но я не знаю. А международный класс, есть кандидат, есть мастер. А мастер спорта международного класса получается, если вы выиграете, допустим, европейские соревнования, международные соревнования выигрываете. А не на турничках, блин, в Украине повисел. Один чемпион, блин, по куражу какому-то. Чё за кураж? Второй, блин, чемпион по турникам. Один в бухой сидит, другой под диваном, блин, валяется. Чемпионы Украины, блин, международного класса. Добро пожаловать, ребят. Ой, блин. Смотрите, как получить мастера спорта. Как получить мастера спорта? Мастер спорта – это та промежуточная и вполне достижимая цель, которую преследует большинство людей, приходящих в большой спорт. Для начала выберите спорт, участвуйте в соревнованиях. Соревнования различного уровня помогут вам получить опыт, необходимый для выполнения норматива. Не, ну блин, пауэрлифтинг – это понятно, тут нормативы просто есть. А в других, например, ну, грубо говоря, по боевым единоборствам, вы должны, чтобы получить что-то, какое-то звание, вы должны выиграть соревы, потому что там нет такого, как в пауэрлифтинге. Взял, поднял, там, опустил и так далее. Вот. По турникам, ну, 12 подходов, чувак говорит, сделал. Видимо, это он выполнил и сделал 12 подходов, все, готов, мастер спорта. Международного, еще главное, высшего, сказал, международного класса, какой-то, блин, здравствуйте, извините, я просто с прошлым собеседником разговаривал. Представляете, а у вас микрофона нету? Вас не слышно. Нет, вы повисли. Господи, женщина, зачем я вам сказал в настройки слезть? Может, отвиснут? В боевых нормативы есть? Ну, я не знаю, я просто знаю, что там, допустим, именно что в боевых искусствах есть именно... Вот ты победил, допустим, на Европе, ты там мастера получил спорта. Или там еще что-то. Ой, тихо. Псины не доставайте. Ой, ну ладно, эти два чувака из Украины, вот таких ищу кадров, которые как бы и говорят, и как бы... Еще есть о чем поговорить с ними, а то ты че, ты лох, там типа, я из Челябы, ты че так со мной разговариваешь? Вы бы видели сейчас этого кадра. Давайте, ребят, сейчас еще половина диалога и все. Блин, девочки были, они хотели пообщаться, но, блин, у них микрофон не работал, они скипнулись. Оу. Ничего себе, какая леди. Здравствуйте. Здравствуйте. Кекс, от души порадовал. Топовый стримчан равно. Спасибо, Зорн Страйкер. Я рад, что даже на таком помойном, так сказать, видеочате, когда... Когда... Не послушайте... Когда? Я с прошлым, короче, историю рассказываю, и он скипает, ублюдок, понимаете? Вам нравится? Вы общаетесь тут или так сидите? Просто я сижу, рассказываю, смотрю, скипнул, и я уже вам дорассказываю историю. Спасибо, Зорн Страйкер, тебе хоть ты и скипнул мне. А что ты рассказывал? Ну... Да мы там, короче, вы откуда вообще, скажите? Я вам сейчас расскажу все. Ты за главное расскажи, ну мы... Как бы интерес есть. Ну вы не украинцы. Короче, вы не украинцы, это понятно. Вы там кабардинцы, кто? Ну, видно, с Кавказа. Я сейчас с украинцами базарил. Они мне, знаешь, еще толкают такую лажу. Один, короче, сидит в шапке тигра, в шапке, пьяный обдолбыш какой-то. Вот. И рассказывает, что он чемпион Украины по борьбе кураж. Борьбу кураж, знаете? Не-не-не-не. Я тоже первый раз слышу. Сидит мне толкает, борьба кураж. Обдолбанный какой-то, чемпион Украины. Второй, короче, залазит из-под кровати, он, короче, высовывает его, пыль протирает, говорит, я мастер спорта международного класса по воркауту. Это что вообще такое? Какой мастер спорта? Воркаут это уличный как бы тренировка. Ну, а какой мастер спорта международного класса? Вы спортом занимаетесь? Да. Ну какой мастер спорта международного класса, вы подумайте, это что такое вообще, что они мне втирают? А сами бухие, короче, туда валяются. Я ему давай толкать, что он что-то мне врет, короче, все. И он раз меня скипнул, когда зассал.
Просто слов не хватает на него. У вас разряды есть у кого-то какие-нибудь хотя бы? Не-не-не. Борьба, не? У него синий-желтый ремень, как бы, по карате. Карате, у карате отличная тема вообще. Вот я понимаю. А то борьба, кураж какая-то. Че это такое вообще? Ладно, чувак, тебе удачи. Ваш канал на сумму 111 рублей ровно. Пека-пека-пека, банка. Короче, этот чувак явно, я по выражению его лица видел, эй, скинь мне эту лоха, ты чё, я бы переводить мог, короче, я даже сурдопереводчиком бы... Спасибо большое за кабанка, вам. Вот, короче, ну вы поняли. Эх, вот украинчики, вот такие, типа, как бы, люди нужны, которые поговорить и какую-то еще, знаете, видеочате раскрыть, может быть, свои тайные мечты или что-то типа того, я не знаю. Вот. Так, ну давайте, наверное, еще чуть-чуть... Ой, что я открыл-то сразу? Чуть-чуть покликаем на это. Хотя, я думаю, уже такой разговор в любом случае не получится, как с этими чемпионами мира из Украины. Не, какой фильм, ребят, мне уже 4 часа утра, на самом деле, я сейчас посмотрел. Мне нужно собираться спать. Блин, я боюсь, что экран не это. Вот это борьба. Гигломаньяк, что ты кидаешь мне? Борьба, там какие-нибудь потные в трусах будут. Ладно, ребят, знаете, что я подумал? Давайте второй раз как бы не искать и... Воу, найс! Что скипаешь-то? Так. Давайте, ребят, на этом и закончим, короче. Второй раз тяжело будет найти в это время адекватных людей, потому что сейчас будут попадаться... 2 часа ночи уже в Москве, сейчас будут попадаться чувачки, типа... Эй, Вася, ты чё, ну ха-ха, там вот это, короче, всё. Вот. Ребят, 2 часа... Я просто посмотрел на время, время действительно уже позднее. И мне спать пора, и вам, скорее всего, спать пора. Вот, это вообще был незапланированный, не особо длинный стрим, поэтому, ребят... Спасибо огромное, что посмотрели его. Я очень рад, что чемпионы нам и мастера спорта международного класса нам попались. Хоть как-то они, так сказать, сделали микрокамбэк на стриме, потому что я не знаю, вот с чем людьми. Если только вступать с ними в перепалку, но это все равно незабавно выглядит. Вот. Поэтому я очень рад, что хоть кто-то встретился. Ребят, спасибо огромное, что смотрели. Не, Зарен Страйкер, просто на Твиче нельзя стримить видеочат. Просто на Твиче нельзя стримить видеочат. Вот, в общем, ребят, всем спасибо, что смотрели. Давайте отдыхать, потому что 2 часа ночи уже в Москве. Давайте спать, высыпаться, пить. Удачи всем завтра в школе, на работе и в тюрьме. Всем, ребята, пока. Пшш.